Участие в обсуждении принял и губернатор края Вениамин Кондратьев. Благодаря программе импортозамещения выросли объемы сельхозпродукции. И у аграриев возник вопрос, где ее хранить. Не рассматривается возможность именно строительства федеральных логистических центров для хранения сельскохозяйственной продукции и оказания помощи на местах в регионы для того, чтобы мы могли здесь у себя построить такие центры. Мы как раз говорили с Вениамином Ивановичем по поводу того, чтобы строить такие центры на Кубани. И мы эту работу обязательно продолжим. Имея в виду, что нужно строить и большие, и не очень большие центры, в зависимости от ситуации на рынке. Также Дмитрий Медведев отметил, что импорт продуктов уже снизился на 35%. По словам премьер-министра, это движение в правильном направлении, и вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны сегодня успешно решается.